это все было провокация. И с Немцовым была провокация. Они все забыли, давай вот с Жириновским устроим встречу и начнем там про порнографию говорить. Плейбой. Какой плейбой? Я не имею отношения. Но листает журнальчик, как бы я как будто имею отношение. Так сказать, получил свое, он уже о нем говорить не надо, покойник. То есть я не позволю никогда оскорблять себя. Я никогда не начинал первым. Ни одной проблемы. Они начинают. Если этот Бабурин чудак меня начинает в разных вещах. Они сожгли свой парламент, они сожгли советскую власть, это они все сделали. Коммунисты и демократы. А я говорил, не надо этого делать. Сегодня через 20-30 лет они снова начинают что-то, чушь какую-то нести. Значит, я могу. А зачем было обзываться-то? А что значит обзываться? То, что вы говорили, что? Сообща. Вы матом ее просто крыли. И что дальше? Это-то зачем было? Вы спровоцировать, хоть что-то? Раз участвовали в выборах? Вот я 14 раз участвовал. Вот вы сперва. Попробуйте. Так я обзываюсь. А давайте хоккеисты скажешь. Не толкайся там. Обязательно обзываться, если участвуешь в выборах, что ли? Почему обзываться? Ну вот, ну это как? Хороший вы русский же, язык, да. Ну вы оскорбляете, да, девушку. Нет, как-то, никакого оскорбления нет. Ну, никакого. Кройте, никакого оскорбления. С чего началось, вспомните? У любого врача психиатра спросить. Я по морде сейчас вам дам, вы что будете говорить? Спасибо, Владимир Вольч? Нет. А тогда что-то вот, а вот. Но а если вам в лицо плещут? Мозгов нету. Видишь, но началось. Вот видишь? Так, Семен. Вот идиотка, что, убери ее отсюда. Вот вы сперва начните сначала. Вы начнете. Сначала начните. Сначала. Я разговариваю с Бабуриным. Отсюда начинается идти разговор. О чем идет разговор? Она о чем говорит? Вспомните фразу. С чего? Что она вы сказала? Вы клоун. Да. С какой стати? Мне 72 года, она девочке 36 лет. Кто она такая? С какой стати она ни с того ни с сего меня оскорбляет? Зачем? Она же, ей же подсказали, как сделать. Ну а что же вас так легко спровоцировать? Неадекватная реакция. При чем здесь спровоцировать легко? Ну при чем здесь спровоцировать легко? Ну ответили бы как-то. Как вот? Ну по-человечески. Ксюшечка, ты такая рюшечка. Нет, вот так по морде буду бить. Вас и ее буду бить. Пошел он, до свидания. Как вы были провокаторы, так вы остаетесь. Ну, только провокаторы. А что ты говоришь такую чушь? Сидишь в пуле вот там, в своем прилевском пуле здесь. Зажрался, подлец. Чего дождем? Чего дождем? Того дождетесь, о чем узнаете. Да, вот узнаешь. Ты провокатор, ты вот, журналист. Тебе нужна интересная информация. Теперь понятно, кто провокатор. Кто? Да, даже не подходи ко мне. Не нравится? Пошел вон, все. Пошел вон. Колесников. Как был провокатор, так и остаешься ты. Программа «Из глубины».